Поздравление особого назначения. Сотрудники Росгвардии в преддверии 8 марта чествуют не только немногочисленных женщин-сослуживцев. Есть традиция, которой не один десяток лет. Заходить в этот день гости к матерям и женам погибших бойцов, братьев по отряду. Михаила, сына Людмилы Вавиловой, не стало 23 года назад. Парень служил в ОМОНе и погиб, выполняя задание на Северном Кавказе. Был награжден орденом мужества посмертно. Он любил свою работу. Он ехал и в командировки посылали. Ехал защищать свою, как говорится, Россию. Как будто это вчера случилось. Как будто это вчера. Это на сердце, эта боль, она никогда не уйдет, никогда. Потерю родителей возместить нельзя, но сослуживцы Михаила стараются, по крайней мере, стать надежной опорой для них. Всегда на связи, всегда готовы помочь. Наш боевой товарищ, так получилось, что погиб, ну и мы по мере возможности стараемся. Не заменим мы в полной мере, но все равно приехать, поддержать, днем рождения поздравить, вот с 8 марта, или когда у нас празднуется день образования отряда, приглашаем их, чтобы они не были как-то одиноки, когда требуется при переезде, ну, в какие-то бытовые мелочи. То, что бы сделал Михаил для них, стараемся сделать и мы. На этот раз к поздравлению присоединились ивановские волонтеры Победы. Сами вызвались вручить подарок, поблагодарить за сына и, конечно, узнать о нем. Ребята относятся к каждой такой встрече как к бесценной возможности. Не часто удается встретить яркий пример мужества реальных людей, а не персонажей экшн-фильмов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.